Команда «Флорбазар» всегда с радостью соглашается на выездные проекты, в том числе Крым. Здесь мы уже не первый раз. Пейзажи прекрасные, поражают, поэтому мы с радостью возвращаемся сюда. В этот раз мы решили попробовать такой прием, когда еда выполняет непосредственно функцию декора. То есть красивая сервировка на столе с композициями цветочными и красиво выложенная еда. То есть совмещение еды и цветов – это первый раз в нашей практике, в практике флауэр-базара, да и в принципе, мне кажется, в практике российского свадебной индустрии это первый раз. Мы взяли с собой профессионала в области еды, это фуд-стилист Диана Нагорная. В том числе с ее помощью мы смогли реализовать данную задумку. Надеюсь, наша задумка всем понравится, старания были не зря проделаны, и такие проекты, они будут только чаще. There's a question ages old.